Кто из людей способен выдержать хоть часть тех страданий, что приходится на долю бездомных животных? Тех, что вокруг нас. Тех, которых мы подбираем, кому повезет. А сколько их умирает забытыми в канавах, заброшенных, заколоченных в домах, привязанных в лесу цепями. Человечество, наверное, никогда не осознает, насколько низко оно пало. Мы настолько оскотинились, ведь о людях судят по их отношению к старикам и животным. А мы? Питомец Броник. Наблюдается рост новообразования. На данный момент новообразование обширное. Занимает большую часть паховой области, прорастает глубоко внутрь. Есть чесы новообразования, есть вскрывшиеся участки новообразования. Покрывает большую часть полового члена. По состоянию питомец последние два дня апатичный, почти не кушает, водичку пьет. Я не пытаюсь сгущать краски, друзья. Я просто показываю мир, в который неосознанно окунулась и в котором застряла навечно. Это мир бездомных животных. Бесправный, брошенный, преданный, полный страдания и боли. Сколько бы таких собак, как Броник, с огромными опухолями, едва передвигая лапы, смотрят на вас больными глазами, а вы отворачиваетесь. Да даже я сейчас, показывая вам их боль, обращаюсь: люди, помогите, пожалуйста. А в ответ полное равнодушие. И мы считаем себя после этого людьми. Мне действительно очень стыдно за то, что я человек. Можете называть меня как хотите. Кто-то называет Джо Сошизой, кто-то сумасшедший, кем угодно. Я прожила большую жизнь. Мне 66. Я не жалею ни о чем в жизни, кроме одного. Я слишком поздно прозрела и стала помогать животным. Слишком поздно. А многие из нас не прозреют никогда. Я знаю, что меня слушают не те, кому предназначены эти слова. Но боль, она рвется, ребят. И высказать я могу ее только здесь. Показам вам очередного несчастного зверя, которому нужна наша помощь. Вы на него посмотрите. И большая часть пройдет мимо, просто закрыв страничку. Но, возможно, кого-то все-таки зацепит, кто-то остановится. Бронику предстоят тяжелые дни. Его болезнь запустили. Если бы его хотя бы полгода назад привели в клинику и начали лечение, у него был бы шанс выжить. Сейчас ребенок тоже будет жить. И мы сделаем все, чтобы уменьшить его страдания. А это очень важно. Подарить кому-то счастливые дни. Время тяжелое очень. Но никто из нас не доедает последний кусок хлеба. Приюты доедают. Не только мой. Многие. Сколько может спасти один человек? 10, 20 собак.
не только собак, также кошек, а остальные? Ведь нас миллионы, миллионы. И такой приют, как мой, он, это крошка. Я не особо надеюсь на помощь. И все же произнесу эти слова. Люди, пожалуйста, если у вас есть капля человечности, помогите спасти очередную жизнь и помогите накормить приют в 3000 животных, которые мы с вами спасаем вот уже 20 лет. Он живет 20 лет благодаря вашей поддержке и помощи. И я еще раз обращаюсь к вам. Люди, прошу вас, будьте людьми, будьте человечными, будьте благородными, будьте сильными, добрыми. И помоги нам, Бог, пережить этот